Крокус Сити Океанариум открылся в 2016 году на территории Крокус Сити в Московской области. Общая площадь экспозиции более 7000 квадратных метров. Уникальное, сконструированное специально для комплекса оборудование позволяет создать условия содержания, близкие к природным для всех обитателей. Экспозиционная часть комплекса состоит из трех тематических пространств – моря и океаны, реки и озера и джунгли. Экспозиция «Моря и океаны» полна ярких и необычных водных обитателей, для которых созданы максимально естественные условия проживания. Для животных готовится морская вода, скаты и косяки рыб проплывают над головой посетителей, а разноцветные обитатели коралловых рифов поражают воображение яркостью и красотой раскраски. Помимо теплолюбивых рыб, на экспозиции живут обитатели холодных морей – камчатский краб, камбала, гигантский осьминог, кольчатые нерпы и другие. Здесь расположен подводный тоннель. Реки и озера акцентируют внимание посетителей на представителях подводной фауны России. Наша экспозиция – единственный в стране искусственно созданный биотоп, в котором животные, как в естественной среде обитания, проживают 4 времени года. Помимо крокодилов, древних арапаем, щук и поразительных аквариумных рыб, здесь проживает множество обезьян семейства игрунковых, а также ленивцы, опоссумы и другие обитатели. В интерактивном саду джунглей тепло и влажно. Таким образом, мы имитируем естественную среду обитания для огромного количества растений тропиков и их присмыкающихся обитателей. Здесь большое количество тропических растений, плодоносящие бананы, змеи, жабы и птицы. При заказе экскурсии посетители знакомятся с обитателями ближе. На данный момент в океанариуме обитает более 5000 рыб и других животных. Длина экспозиционного пространства превышает 1 километр. Объем воды – 4,5 миллиона литров. В океанариуме расположено 100 аквариумов и вольеров. Воду и воздух постоянно очищают при помощи инженерных систем. Температурный режим, химический состав и другие параметры воды контролируются автоматически. Кроме того, несколько раз в день производятся лабораторные контрольные измерения гидрохимических параметров воды. Существует карантинная зона. В Крокус-океанариуме представлены животные почти всех классов – беспозвоночные, рыбы, земноводные, рептилии, птицы и млекопитающие. Предусмотрено проведение научно-познавательных лекций, экскурсионных программ, подводных шоу и демонстрационных кормлений обитателей.